Всем привет! Сегодня вышла обнова в китайском Бравл Старсе. Сейчас посмотрим, что добавили, а что изменили. Кстати, скоро у меня Карл. Итак, должны были удалить дорого Стар. Но кажись фиг нам. Добавили ящики. Обычный, большой, мега, золотой и алмазный. Их можно купить только за кредиты. Пока я смотрю и открываю ящики, хочу посоветовать вам приватный сервер Милоки Бравл. Это лучший приватный сервер по своей механике, геймплею. Кстати, я еще затупил и открыл маленький ящик. Хотя мог открыть два мега ящика. Но это не важно, главное, что с мега ящика мне выпал бравлер. Старый вайб сундуков вернулся, скоро китайский бравл расцветет. Ладно, раз я открыл маленькие ящики, то я потрачу все кредиты на них. Тут мне ничего не выпало, печально. Ладно, всем пока, и удачи, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, всем пока.